Многолетние посиделки на этом бревне с имбецилами дали о себе знать. В любой момент идет вспышка, она начинает орать и вести себя непотребным образом. Ну, как базарная баба какая. Отрывается на этих ущербных людях, самоутверждается при помощи них, всячески их унижает, размазывает и растаптывает, как однажды делали с ней. Как эту фразу она сказала, что есть обычные яички, а есть яички Фаберже. Так вот, Собчак была яичко Фаберже, а я была обычная яичко. Она вот пронесла это, так сказать, по всей жизни, что она обычная яичко. Как только Собчак ушла из проекта, она во всей красе заявила о себе и стала мочить всех ровно так же, как однажды делали с ней.